А я печать взял, а печать ставить-то и некуда. Ну, лишняя встреча потом не повредит же. Да, естественно. Она собака. Плановое испытание легавых, то есть понтеров по болотной дичи. Состав экспертный представляет состав экспертной бригады. Значит, председатель ваш покорный слуга, член экспертной комиссии, эксперт по охотничьему собаководству Екатерина Владимировна Рябова и стажер-соискатель, значит, Станислав Николаевич Самойленко. Традиционно мы проводим жеребьевку, чтобы не было обидно. Потом, если кто-то поменяться местами, можно. Но ритуал есть ритуал. Поэтому начинаем с жеребьевки. Потом я еще дам маленький инструктаж. Кто будет тянуть? Лизрой, давай. Там можно нащупать жеребьевку? Можно. Так, да что это такое? В конце концов. Ну-ка. Сиди. Первый. Два. Тут должна быть единичка. Ну, как положено, на амбразуру. Все, значит, краснопегий пойнтер кобель по кличке Бекас выступает первым номером. Краснопега сука по кличке Бонни выступает вторым номером. Значит, кратенький инструктаж. Значит, правила проводятся, испытания проводятся и будут оцениваться действия ведущих и собак в соответствии с правилами проведения легавых собак 1981 года выпуска. Вот. Значит, стреляет экспертная комиссия. В случае по первой сработанной птице вы на это можете не отвлекаться. Экспертная комиссия. Только перестань. Угодья, проверенные птицы, по идее, есть. Вот, ветерок есть, все условия есть, поэтому спокойно, как вообще, вот как отрабатывали, все, выставляем собак. Главное, спокойно, все как. Все, значит, первый номер выходит, второй номер 50 метров сзади. Рядом. 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 Значит, я сейчас вкратце остановлюсь насчет входа. Значит, здесь идем вот, вот так, в том направлении, где вот машина стоит между машинами, вот этим зданием, вот туда вот так идет. Ага. Там протока идет до вот этого здания. Если здесь распугаем, то со второй собакой протоку переходим, так точно однотипные такие же угодья. Ага. Также идем до кустарника, вот до того и можно дальше. Ясно. Так, просто Ой, красиво. Ой, не могу сейчас заплакать.
Сколько нужно? 2-3 птицы? Сидеть. Сколько работает? Вообще, по-моему, 3. Долго обстоит. Интересно. Потом еще одну. Такое придумано. Сейчас черномазый подавим. Ой, черномазый вообще. Сейчас будет 8.